Я не боюсь. Я не боюсь показаться перед вами без галстука. Ведь я не только мэр миллионного города, но и обычный человек. Такой же, как и вы. Перед родными мы всегда настоящие, а вы для меня за 4 года стали родными. Я хочу поблагодарить вас, друзья, ведь все успехи Одессы – это наши с вами общие достижения. Впервые за четверть века мы открыли новую школу и, как в прошлом году, продолжили строить детские сады. Мы обновили муниципальный транспорт, по улицам теперь ходят современные трамваи и троллейбусы. Мы продолжили благоустройство зеленых зон, и лучший пример этому – греческий парк. Мы ремонтируем дороги и реставрируем памятники архитектуры. В том числе уже начали восстанавливать дом Русова. Все это стало возможным только благодаря вашей поддержке. Я не живу иллюзиями и знаю, что нам еще есть над чем работать. Ведь я тоже читаю Facebook, но я уверен, у нас хватит мужества и решимости. Давайте хотя бы на время светлых праздников забудем о неприятностях, которые иногда у всех случаются. Новый год – это время надежд, время приятных ожиданий, теплых встреч с родными и близкими. Давайте уделять меньше времени сплетням в интернете и больше друг другу. Оглянитесь, мы в Одессе. И не только от власти зависит, какой она будет. Давайте вместе войдем в этот год сплоченными, едиными и воодушевленными. С Новым годом! С Рождеством Христовым! Мира, достатка и здоровья каждой одесской семье и каждому из нас.